Полностью уничтожить северокорейский режим угрожает США. Это произойдет, если между странами начнется война, заявила на заседании Совета безопасности ООН американский представитель Ники Хейли. Все участники встречи осудили ракетные учения, которые накануне провели в КНДР. Тем временем Пхеньян опубликовал видео запуска баллистической ракеты. Детальнее расскажет мой коллега Арсен Цимбалюк. Северокорейский диктатор принял решение, которое лишь приближает возможную войну. Нам она не нужна. Если она и начнется, то только из-за подобных актов агрессии. И не сомневайтесь, в ходе этой войны режим КНДР будет полностью уничтожен. Так недипломатично высказалась после северокорейских учений постоянный представитель США в ООН Ники Хейли. Соединенные Штаты готовят новые финансовые санкции против КНДР. Франция призывает все страны-члены ядерной пятерки ужесточить ограничения против Пхеньяна. Осудила пуск ракеты и Украина. Провокация Пхеньяна пошатнула нашу веру в то, что диалог о ядерном разоружении Северной Кореи будет продолжен. Северокорейский режим не заинтересован в переговорах и вынашивает безрассудный замысел обзавестись ядерным оружием. С этим международное сообщество не смирится никогда. В ответ на заявление стран-членов Совбеза в Пхеньяне опубликовали видео запуска снаряда. Запуск баллистической ракеты «Хвасон-15» лично контролировал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Снаряд упал в море в 200 километрах от японского побережья. Как утверждают в Пхеньяне, новое оружие может поразить любую цель на территории США. Арсен Цимбалюк, UATV.